просто «Я работаю волшебницей». Во Дворце культуры «Современник» состоялся финальный этап ежегодного конкурса «Воспитатель года 2019». После нескольких месяцев упорной работы настало время подвести итоги. О том, кто удостоился гордого звания, расскажем далее. В этом году в конкурсе профессионального мастерства приняли участие 7 педагогов дошкольного образования. 5 участниц представляли наш город, еще 2 воспитателя – поселок Новозавидовский и сельское поселение Вахонино. Открытие конкурса состоялось в ноябре прошлого года. В течение 2 месяцев участницы проводили открытые мероприятия, показывая свое мастерство, рассказывали о своем опыте в эссе на тему «Что значит быть педагогом детского сада» и готовились к финалу. Финальное конкурсное задание называлось «В гостях у детства». Преподаватели выступали с тематическими номерами вместе со своими воспитанниками. Зрители активно поддерживали своих конкурсанток. На протяжении всего мероприятия в зале не смолкали аплодисменты для тех, кто ежедневно в детском саду дарит малышам радость общения, новых знаний и совместного творчества. Каждая участница была достойна высших наград, поскольку в этот вечер на сцене собрались лучшие из лучших. Жюри оценило таланты педагогов. По итогам конкурса почетного звания «Воспитатель года» удостоилась преподаватель 10-го детского сада нашего города Нина Алексеевна Логинова. Она представит Конаковский район на областном этапе конкурса. И сегодня я благодарю за поддержку своих выпускников, своих дорогих и любимых детей и их родителей. Спасибо!